На Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Опять пророк призывает слушателей к жертвоприношению, состоящему в похвалах. Это жертва Богу и приношение. Потому и в другом месте он и говорит: «Буду славить имя Бога моего в песнях, буду превозносить его в словословии, и будет это угоднее Богу, нежели телец с рогами и с копытами». Он постоянно упоминает о храме и дворах, привязывая их к этому месту и не дозволяя отступать. Для того и вначале Бог повелел воздвигнуть храм, чтобы истребить между ними всякое нечестие и заслуживание, когда они должны были собираться все в одно место и не блуждать везде произвольно и свободно, и в рощах, и источниках, на холмах и горах, находить поводы к нечестию, принося там жертвы и делая возлияния на высотах. Для того и закон осуждал на смерть того, кто приносил жертву вне храма. Если кто не принесет в скинии и заколет вне, вменится тому кровь. Левит 17:4. Поэтому пророк везде собирает их в это место, чтобы они, слушая, вразумлялись и удерживались от заблуждения. Он заповедует петь, воспевать псалмы и хвалить, потому что хвалы Богу были и для них побуждением к благочестию, заключая в себе повествование о древних событиях в Египте, в пустыне, в земле обетованной, при законодательстве, на горе Синаи, во время войн. Одно и то же занятие было вместе и прославлением Бога, и вразумлением для поющих, устроявших их жизнь и руководивших правому вероучению. Хвалите Господа, ибо благ Господь. Что особенно вожделено для слушателей, на то он часто и указывает. На человеколюбие, снисходительность, милость Божию. Пойте имени Его, ибо это благо. Этим он выражает, что такое занятие заключает в себе и некоторое удовольствие вместе с пользою. Особенная польза от него – изрекать хвалу Богу, очищать душу, возвышать мысли, научаться правым истинам, любомудрствовать о настоящем и будущем. Но вместе с тем оно своими стройными звуками доставляет и великое удовольствие, некоторое утешение и отдохновение, и делает поющего достойным почтения. А что она действительно делает таким поющим, видно из слов другого переводчика, который говорит: «потому что благопристойно», и третьего, который говорит: «потому что приятно». Оба они говорят правду. Кто поет псалом, тот хотя бы был крайне развратным, стыдясь псалма, обуздывая силу сладострастия, и хотя бы обременен был бесчисленными пороками и одержим унынием, услаждаясь удовольствием, облегчает свои мысли, окрыляет ум и возвышает душу. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Говорит не об общих благодеяниях, которые они имели вместе с другими, но о собственном их и особенном. Какое же это благодеяние? То, что он избрал этот народ, посвятил себе и оказывал им особенное перед другими промышление. Пророки постоянно делают это, то есть составляют многие свои речи из описания благодеяний, которые были оказаны им. Что значит «в достояние себе»? В богатство, в собственность. Хотя и малочислен был этот народ, но Бог избрал его себе в богатство, взирая не на малочисленность его, а на добродетели, которым он хотел руководить их. Точно все прочие люди не составляли для него такого богатства, как этот народ, что действительно и было, как по благоволению к ним Божию, так и по их воспитанию. И Павел часто называл богатством спасение людей, как, например, когда говорит: «Тот Господь богатый во всех и на всех призывающих Его, и еще своему, перед своим Господом стоит он или падает». Видишь, как пророк выражает Божию к ним любовь, промышление, попечение, благоволение, назвав их достоянием его. Тем и другим выражением он показывает особенное о них промышление Божие. И тем, что избрал, и тем, что в достоянии себе. Видишь ли, как он показал его человеколюбие?
Потому и вначале он сказал: «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов». Стих 5. Вот и другой представляет причину воспевать хвалы. Но скажи мне, ты познал, а другие разве не знают? Знают, но не так, как я. Люди святые, особенно возвысившиеся, могут истинно знать величие его. Не все, какое оно есть в самом себе, это невозможно, но яснее других. И Господь наш над всеми богами. Вот скажешь, сказал великий Господь, и я познал. Он потом уменьшает силу своих слов, сравнивает Бога с другими богами и по сравнению отдает ему преимущество. Нет. Он сказал так, приспособляясь к немощи слушателей, желая мало-помалу возвысить их до такого разумения. Действительно, не очень сильное доказательство величия сказать, что Бог выше и больше других. Но, как я выше сказал, он приспособляет свою речь к немощи слушателей, возвышая их мало-помалу. Они тогда любили слышать это и убеждаться в этом. А что Бог несравненно превосходит всех, это он показывает далее, приводя величайшее доказательство. Его могущество, и тем объясняя, что прежнее сказано им по немощи слушателей. Когда он только указывает на этот предмет, то говорит о неважном, а когда подтверждает, объясняет и доказывает его величие, то представляет великие дела его. Какие же он потом представляет дела, достойные Бога и свойственные ему одному? Посмотри, он продолжает. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Видишь ли всесильное могущество? Видишь ли источник жизни? Видишь ли непреодолимую силу? Видишь ли несравненное превосходство? Видишь ли власть, не встречающую никаких препятствий? Видишь ли, как для него все легко и удобно? Все, говорит, что восхотел, сделал. Скажи мне, где? На небесах и на земле, не только здесь, но и на небе. Не только на небе, но и на земле. И не только на земле, но и в морях и во всех безднах. Бездна называет преисподние места земли, равно как словом «на небесах» выражает и места выше небес. Несмотря на обширность их, воля его нигде не встречает препятствий, но проникает все. И что подлинно удивительно, создавший это создал не с трудом, не с усилием, не повелением, но хотением. Он только захотел, и дело совершилось. Видишь, как он показал и легкость творения, и множество созданий, и власть неограниченную. Затем, не говоря о самом небе и море, излагает то, что находится в них, и притом не все находящееся в них, но оставив находящееся на небе. Хотя оно особенно дивно говорит о том, что близ неба. Почему? Потому что те предметы, хотя и велики, но многим неизвестны, а эти, хотя и меньше, но открыты и очевидны для всех. Так как он говорил людям, которые не столько верою руководились к разумению предметов невидимых, сколько занимались предметами видимыми, то отсюда он и начинает учение, делая сам то же, что внушал делать другим. Что же именно? Воспевать Бога за дела Его, возносить Ему хвалы, изучая каждое дело Его и за каждое словословие Его. Увещевая хвалить Бога, он часто говорил: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа». А теперь показывает и то, как должно хвалить именно, исследуя состав творений, удивляясь и изумляясь премудрости, промыслу, могуществу, попечению его. Отсюда мы научаемся, что существует не одно наше море, но что много морей, различных и беспредельных, потому что он и говорит «в морях и во всех безднах». Так моря Каспийское, Индийское, Черное почти отделены от этого моря, а вне – океан, окружающий землю. 134.7. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Так у Иова сказано: «Связал воду в облаках», и у Соломона: «Содержа воду в одежде». Притча 34, Иов 26.6. Впрочем, он говорит не то, а нечто другое, чудное. Что же именно?
то, что воздух, сделавшись более густым, поднимается вверх и несется. Поднимается то, что тяжело, получая направление, противоположное своей природе. Удивительно и то, что в нем держится вода, но гораздо удивительнее то, что тяжелое носится на легком. А еще удивительнее то, что сгустившаяся в этом воздухе вода, вытекая из облака, уже не задерживается последующим воздухом и не сгущается, но разливается во все стороны и нисходит на землю. Если бы она держалась там по своей природе, то должна была бы держаться и в этом воздухе. Если кто попустит на воздух пузырь, наполненный водою, то, конечно, он понесется по воздуху, понесется и заключающаяся внутри вода, хотя бы она вылилась из пузыря. Так и следовало бы и здесь быть. Но так как все исполнено чудес и дела Божии дивны, то все это превышает обыкновенный порядок вещей и наше разумение. Вода, которая держится в воздухе облачном, уже не держится в воздухе последующем. Видишь ли необычайное дело? Видишь ли, как пророк, представив то, что кажется маловажнее прочего, показал удивительность этого, затем представляет и нечто другое удивительное. Он говорит, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Облака не только поднимаются, но и носятся, и не везде, где появятся, производит дождь. Но часто прошедшие многие страны, миновав города и народы, производит дождь в другом месте. Итак, удивительно не только то, что они поднимаются, но и то, что идут, как бы в горних жилищах, нося в себе тяжесть такого множества вод. 433. Творит молнии при дожде. Посмотри на другое чудное явление, как соединяются предметы, противоположные по природе. Нет ничего пламеннее молнии, и нет ничего холоднее воды. Но и они здесь соединяются вместе, однако не сливаются и не смешиваются, а сохраняют каждое свои свойства. Огонь находится в воде, и вода в огне. Но ни огонь не осушает воды, ни вода не погашает огня. Между тем молния острее солнечного света, блистательнее и пронзительнее. Это доказывается зрением, которое постоянно встречается с солнечными лучами, а стремление молнии не может выносить даже на короткое время. Притом, солнце в продолжении целого дня пробегает небо, а она в одно мгновение всю вселенную, как и Христос свидетельствует, как говорит, молния видна бывает от востока даже до запада. Выводит ветры из хранилищ своих. Вот еще явление природы, которое доставляет нам пользу немалую, а такую, что много способствует нашей жизни, укрепляет и освежает утомленные тела и делает воздух более легким. Дело ветров приводить в движение воздух, чтобы он, оставаясь неподвижным, не испортился, способствовать созреванию плодов, питать тела. Кто мог бы описать пользу их для мореплавания и времена года, в которые они являются по порядку и сменяют друг друга, господствуя на море и препровождая плавателей? Один отправляет, другой принимает, идут противоположными путями и служат так, что самая борьба их бывает полезна для жизни. И множество других действий ветров можно было бы исчислить. Но пророк, не говоря обо всем этом и предоставив соображать слушателю, сам представляет только легкость, какой они производятся. Словами «из хранилищ своих» он выражает не то, будто есть некоторые сокровищницы ветров, но то, как легко Бог управляет ими и как живо и удобно подвижно это создание. Как имеющий что-нибудь в своей сокровищнице свободно вынимает все, когда хочет, так и Создатель всего легко сотворил все и передал природе. Видишь ли, какое разнообразие и в воздухе, подобно тому, как есть много разнообразия в воде и в огне. Из вод иная в источниках, иная в морях, иная в воздухе, иная в облаках, иная в небе, иная выше небес, иная под землею. И огонь, иной в солнце, иной в луне, иной в звездах, иной в молнии, иной в воздухе, иной в деревах, иной около нас и в светильниках, иной в земле. Часто ведь огонь выходит из земли так же, как вода из источников. Иной в камнях, ударяемых один об другой, иной на вершинах дерев и в деревах, натираемых одно об другое, иной в громовых ударах. Так точно и воздух, иной густ, тот именно, что вокруг нас, иной более тонок и находящийся еще выше бывает более горячим.
и ветры весьма различны, иной суше, иной влажнее, иной теплее. Воздух и облако иногда несется медленнее, а иногда быстрее, как бы на конях. И из облаков иные подобны водоносным сосудам, и иногда бывают наполнены водою, а иногда носятся пустыми, иные подобны веерам. Но ты, взирая на них, на их различие и разнообразие, удивляйся Создателю. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Сказав о явлениях общих и показав промышление Божие всей вселенной в молниях, ветрах, воздухе, облаках, дождях, и таким образом обличив пустословие тех, которые говорят, будто промышление его простирается только до Луны, он переходит к частному, к тому, что касается в особенности иудеев. Вышесказанным он объяснил, что и земля, и небо, и все видимое удостаивается действия человеколюбия Божия, а чтобы сделать иудеев более признательными, он повествует и о частных событиях, показывает, что Бог Вселенной, промышляя о всем, оказал им некоторые особенные благодеяния. Впрочем, и то, что сделано для них, было также для всех вообще. Если он избрал их между другими, то это самое возбуждало в других соревнование, как и Павел говорит. Падение их спасение язычникам, не возбужу ли в них ревность? Как отец, когда дети оставляет его, берет одного из них и сажает к себе на колено, делая это не для того, не для него, но гораздо более для прочих, чтобы они, тронувшись таким предпочтением, прибегли к отцу для получения такой же ласки. Так и Бог поступал с иудеями, взяв их не на колено, а на мышцы и рамена, как говорит пророк Оси 11:3. Он даровал им вожделенные блага, храм, жертвы, которых они более всего и с особенным усердием желали, помощь на войне, победы, трофеи, плодородие земли, изобилие плодов, отличая их всем этим, а в других возбуждая ревность. Но так как они могли сделаться дурными, если бы постоянно были в довольстве, то он обуздывал их и наказаниями. Подлинно велика премудрость Божия. Из самых трудных обстоятельств она находит выход. 435. И посмотри на мудрость пророка. От явлений общих он переходит к событиям частным, чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал, будто Бог есть Бог только некоторых людей. Сказав о явлениях общих, он потом уже касается этих и говорит: «Поразил первенцев Египта». Или вам кажется, что это было сделано для иудеев? Но если я докажу, что это было сделано и для других, тогда что скажут те, которые отвергают всеобщность промысла Божия? Как же можно доказать это? Весьма достаточно привести следующее изречение Божие, которое ясно выражает это: «Я покажу на тебе силу мою, чтобы было проповедано имя мое по всей земле». Исход 9:16. «Видишь ли, как смерть была вестницею, и посланное от Бога наказание было проповедью, которая распространялась везде и возвещала Божие могущество». Таким образом, Бог промышлял о всей вселенной, и тогда, когда устроял дела иудеев. И прежде он являл силу свою, как, например, при Иосифе, при Аврааме, но теперь гораздо яснее. Как? Тогда через благодеяние, а теперь через наказание. И он не перестает, как я часто говорил, постоянно и в каждом поколении являть себя делами и открывать себя, но только делает это не всегда одинаково, а различно и разнообразно. Тогда через жену Авраама, которая страдала бесплодием, потом через голод и изобилие, а после того через многократные казни. Так как египтяне не укоряли Бога в слабости, сами умерщвляли первенцев еврейских и обогряли реку кровью их, то Бог еще в это время прекровенно являл им силу свою. Египетские бабки, которые не слушались жестоких повелений и уклонялись от исполнения бесчеловечной воли царя, наслаждались великим благоденствием. То и другое было делом промысла Божия. И то, что женщины оказались мужественнее носивших диадему, и то, что они получили воздаяние в великом умножении рода своего. Слова «благо творил он повивальным бабкам» исход 1.20 именно и означает, что родство их умножалось. Чем они благодетельствовали иудеям, тем и сами были награждены от Бога. Они не умерщвляли детей их, и им Бог давал многочадие. Но так как египтяне оставались бесчувственными, то он послал им жесточайшую казнь, о которой узнали вселенная, узнали и египтяне.
Другие узнали по слуху, а они собственными страданиями, зрением и опытом познали силу Божию. Для того и предсказано было им об этом, чтобы наказание не показалось следствием какого-нибудь случая или естественной смерти. Таким образом, здесь можно повторить то, что в другом месте сказано о Спасителе, что «Господствуй посреди врагов твоих, не в пустыне и не в другом каком-нибудь месте, но в самом городе Бог поразил их наказанием». Впрочем, и в самом наказании посмотри, какое было человеколюбие. Он начался с котов, а потом уже дошел и до людей. Кто не удивится силе Божией, как он в одно мгновение времени совершил все, оказав и пощаду, и неизреченную мудрость. Он послал эту казнь не первую, желая исправить их посредством других. И когда послал, то не без предсказания. Для чего? Для того, чтобы вразумить их словами, чтобы им не испытать того на самом деле. А с другой стороны, так как они не исправились, он не оставил казни сомнительную, чтобы кто-нибудь не подумал, будто она постигла их как естественная болезнь или зараза. Для того посмотри, сколько соединилось обстоятельств. Во-первых, все поражены в одну ночь. Во-вторых, все первенцы. Если бы это была зараза, то она не коснулась бы только всех первенцев и не пощадила бы следующих за ними, но постигла бы всех без разбора. В-третьих, если бы это была зараза, то она не миновала бы всех иудеев и не коснулась бы одних египтян. Но гораздо скорее поразило бы тела первых, ослабленные трудом, страданиями и столь многими бедствиями, и до такой степени истощенные нищетой и голодом, а не царских детей, не тех, которые наслаждались совершенным довольством и пользовались всеми удобствами жизни. Если бы это была зараза, то она не пришла бы вдруг, но наперед обнаружились бы все признаки ее наступления. Между тем произошло все вдруг, чтобы обличилось жестокосердие египтян. После такой казни, после того, как ясно увидели, что казнь не спослана Богом, они преследовали вышедших иудеев, что и служит знаком крайнего их ожесточения и величайшим оправданием действий Божьих. Так как знамения должны были кончиться, то он окончил их таким знамением, которое оправдывало его и за прежнее пред людьми, хотевшими быть внимательными. Чтобы кто-нибудь не сказал, почему все подвергаются наказанию, тогда как удерживал иудеев и грешил царь, он последнюю казнью разрешил это недоумение. Как этой последней? Так, когда поражены были первенцы их, то они и против воли царя изгнали иудеев. Следовательно, если бы они сначала хотели, то могли бы преодолеть его. Прежде же они не преодолевали царя, не потому что не могли, а потому что не хотели. И последовавшее затем преследование увеличивает вину их. 437. То же случилось и при Сауле. Когда нужно было спасти сына его, то все вместе, угождая царю, спасли виновного. А когда он захотел умертвить столько священников, то и голоса не подали и не защищали. 1 Царств 22:17, 14:45. Если там содействовала им природа, то и здесь справедливость. Здесь были священники, убиение было беззаконно и гнев нерассудительный. Но причина заключалась в нерадении и в пренебрежении к священникам. Зато посмотри, какие постигли их бедствия. Немалому подверглись они наказанию за такое пренебрежение. Поэтому, когда делается что-нибудь беззаконное, то пусть никто не остается беспечным, но каждый пусть будет пламенее огня, пусть огорчается не менее самих обижаемых, и таким образом будет остановлено много зол. От человека до скота. Почему же и скот? Потому что он сотворен для людей. За людей Бог и наказывает его, чтобы усилить страх, чтобы увеличить бедствие, чтобы показать, что казнь послана Богом, и поражение пришло с неба. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Что значит «посреди тебя»? Или означает «место» или «явно». Выражение «посреди» часто означает «явно», как, например, когда говорится «сделал спасение посреди земли», потому что средина открыта для всех. «Послал знамения чудеса посреди тебя, Египет».
и справедливо. Эти события совершились для того, чтобы исправить их и наказать тех, которые должны были получить пользу, потому что они происходили не просто, но со многими чудесами, так что здесь была двойная польза. И от того, что Бог поражал, и от того, что необычайным образом. На фараона и на всех рабов его. Видишь ли неизреченное могущество? Когда все были вместе, наказание постигло именно их, а они пострадали, а другие получили пользу. Почему же он говорит на всех рабов его, тогда как не все имели первенцев? Он говорит и о прочих знамениях. В Египте, когда египтяне были поражены, иудеи получали пользу и в пустыне. Когда иудеям было оказано благодеяние, то и другие получали пользу. Врагам Бог посылал казни, а им благодеяние, в том и в другом случае доставляя пользу всем. Но почему он не благодетельствовал и тем? Потому что большая часть людей обыкновенно познают Бога более через наказание, нежели через благодеяние. А что он сам не хотел наказывать, посмотри, как он неоднократно останавливал казни, являя в том и другом и силу свою, и человеколюбие. Хотя довольно было первой, второй и третьей казни, чтобы после того совершенно погубить их, как больных, неизлечимо. Но он не хотел этого, и хотя предвидел будущее, то есть что они не сделаются лучшими после пятой, шестой и девятой казни, но не переставал делать свое дело. Здесь особенно надобно удивляться и могуществу его, и промышлению, и премудрости, и благости. Могуществу, потому что он поражал, промышлению, потому что останавливал казни, премудрости, потому что, и зная будущее, делал свое дело. То же самое показывает и человеколюбие его. А особенно то, что он начал с низших существ, с бессловесных животных. Потом он коснулся и царя, что особенно сделало известными это событие. События, случающиеся с частными людьми, могут оставаться и неизвестными. А когда удар наносится лицу знаменитому, то молва об этом без всякого препятствия распространяется везде. Сказав о причинах поражения, пророк говорит и о самых казнях, но не повторяет их несколько раз и не перечисляет всех в частности, но, означив все одним словом, оставляет их. «Послал, говорит, знамения чудеса посреди тебя, Египет». Далее он выводит народ из Египта в пустыню. И везде показывает, что Бог есть Бог не некоторых только людей и управляет не одной страною, но всею вселенную, поэтому и присовокупляет. Поразил народы многие, истребил царей сильных. В продолжении всего пути он различным образом давал залоги своего могущества и сам предводительствовал ими, научая посредством дел. Также и посредством войн внушал им то же, что и прежде, то есть что ни свойство воздуха, ни сила стихий и ни другое что-нибудь подобное, но предводительствовавшая ими десница сражалась за них, а те и другие события подтверждались взаимно, бывшие в пустыне, бывшими в Египте, и бывшие в Египте, бывшими в пустыне. Действительно, когда они без оружия, без всякого устройства, без боя поражали врагов, то он явно доказал им, что и в Египте он так потрясал стихии против египтян, не имея нужды в этих стихиях, но употреблял их в дело, желая различными и разнообразными средствами показать свою силу. Сигона царя Аморейского и Ога царя Вассанского. Пророк не исчисляет городов и не говорит подробно о битвах, но опять величественно проходит бесчисленный ряд чудес. Он мог бы остановиться и красноречиво изобразить эти события, но не делает этого. И хотя ему представлялось великое множество дел Божиих, касается всех их мимоходом. Враги были вооружены, имели укрепленные города и были искусны в воинском деле, а иудеи были беглецы, неопытные в воинском искусстве, освободившиеся от продолжительного рабства и долговременного притеснения, истощенные голодом и страданиями, открытые для обид всем, но предводительствовавшая ими десница делала их сильнее всех. 439. Впрочем, эта война была и справедлива. Иудеи не сами нападали, но те подавали повод, заграждая им путь, что было крайне бесчеловечно.
А с идумеянами Бог не попустил им вести войну, дабы иудеи, ободренные молчанием, после опять не стали нападать, но знали, с кем нужно воевать, а кого щадить. Он сделал это в пустыне посредством дел, дав им закон, как им должно было поступать со встречавшимися. И все царства ханаанские. Видишь ли, как научались этим вся вселенная? Как огонь, тернии, так и они поражали всех, и никто не мог противиться им. Послушай, что говорит Валаам, научившись не от пророков, не от Моисея, а из самых дел. Народ этот поедает всю землю. Видишь ли, переносное слово, употребленное с особенной выразительностью, не сказал «побеждает» или «истребляет», но «поедает», желая выразить, что они одержали победы легко, воздвигали трофеи без пролития крови и поражали своим приближением. Им не нужно, говорит, ни воинского устройства, ни сражений, но довольно только подойти. И все уступает и преклоняется. Бог доставлял им победы не только по закону войны и сражений, чтобы кто-нибудь не приписал совершившихся событий им самим, но воздвигал против врагов их и стихий вселенной. Так он наперед поразил их души. Выпавший град погубил многих, солнце остановилось и дало возможность продолжать битву. И много было подобных чудес. И звук труб, ударяя в крепости сильнее огня, разрушал стены. Это принесло пользу и тем, и другим. Враги узнали, что не люди вели войну против них, а иудеи научились обращаться к Богу и отнюдь не превозноситься своими успехами, но вести себя благопристойно и смиренно. Впрочем, победить таким образом было для них больше чести, нежели только победить. Это и сделало их славными и научило быть скромными. Славными, потому что они имели такого военачальника. Скромными, потому что они уже не надмевались своими успехами. «И отдал земли их в наследие Израилю, народу своему». И это величайшее чудо, что они не только изгнали врагов, но могли занять земли и разделить между собой города. Это доставило им великую радость, великую честь, великую славу. Это было также действием силы Божией, потому что немаловажное дело овладеть неприятельскую страною, но и здесь нужна великая помощь. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род». Здесь пророк прерывает связь речи с словословием, как обыкновенно делают святые. Когда они, начав говорить о чудесах Божьих, воспоминаются, то не прежде оканчивают речь, как воздадут славу Богу, произнесут словословие, и тем исполнят свое желание. Так и Павел поступает везде, особенно в начале посланий. Например, он говорит церквам галатийским: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши по воле Бога и Отца нашего, которому слава во веки веков. Аминь». И в посланиях к римлянам, в которых и усыновление, слава, служение, обетование, и их отцы, от них же Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. И еще в другом месте: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Так и здесь пророк, представляя промышление Божие о всем, казни египетские, различные и разнообразные благодеяния, оказанные иудеям в пустыне, и события, совершившиеся в защиту их против врагов, и воспламеняясь неизреченным человеколюбием Божиим, произносит словословие и говорит: «Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род, то есть слава Твоя вечна, ничто не вредит ей, ничто не уменьшает ее, но она, пребывая всегда, остается непоколебимою, неизменную, цветущую и полную». Что значит «память о Тебе в род и род»? «Память о Тебе, — говорит, — нескончаема и беспредельна. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится». Можно или то, и другое относить к народу израильскому в том смысле, что Бог накажет его, а потом остановится и помилует, или раздельно можно относить, умолиться к народу, а судить к врагам, то есть тех помилует, это и значит умолит, а врагов будет судить, то есть придаст их наказание, 441.
не имея возможности указать на подвиги их жизни, пророк для оправдания их употребляет название людей и рабов, сказав: «Умолиться, умилосердиться над рабами своими». Он выражает, что примирение зависит от человеколюбия Божия, а не от их достоинства. Потому что где моление, там нужно прощение, а где нужно прощение, там не оценка заслуг, а человеколюбие. Так как выше он сказал: «Память твоя в род и род», а они тогда одни из всех народов присвояли себе Бога, то он некоторым образом намекает на то и говорит: «Спасение людей твоих явит славу твою у многих». Слава свойственна самому существу Божию, никогда не уменьшается, не уничтожается и не изменяется, хотя бы никто не чтил ее. Но слава его у многих откроется через наше спасение, когда мы будем опять иметь город, святилище, храм и опять получим прежнее общественное устройство. Идолы язычников, серебро и золото – дело рук человеческих. Так как он вначале сказал: «Господь наш над всеми богами», и, по-видимому, приписал ему только сравнительное превосходство по немощи слушателей, то смотри, как он возвышает это превосходство. Начав с могущества Божия и сказав о делах его на небе, на земле, в безднах, у иудеев, в собственной их земле и в чужой, и у врагов, и язычников, потом, напомнив об его благости, человеколюбии, промышлении, премудрости, силе, и показав, что он есть Бог всех и промышляет о всей вселенной, он, наконец, обличает бессилие богов идольских и прямо нападает на самое существо их, или лучше сказать, самое имя их обращает в укоризну. Идол есть не что иное, как нечто бессильное и ничтожное, есть название крайней слабости. Поэтому он и начинает так: «Идолы их, язычников, серебро и золото – дело рук человеческих». Во-первых, это идол, а во-вторых, это бездушное и бесчувственное вещество. В-третьих, идолы потому самому, что они идолы, не только сами по себе маловажны, бессильны, ничтожны, но и потому, что сделаны людьми, потому и прибавляет дело рук человеческих, что служит к величайшему осуждению тех, которые почитают их, которые, будучи сами виновниками даже существования их, возлагают на них надежду своего спасения. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется. Уста, говорит, имеют и не говорят. Видишь ли, как сильно он подвергает их осмеянию и как обличает обольщение. Так как их часто приводят в движение бесы, то он раскрывает лицемерие и обман, внушая, что нет духа в устах их. А почему злой бес без них не действует и не говорит? Изображение идолов представляет блуд, прелюбодеяние и бесчисленные пороки. Поэтому, желая самым видом истуканов научить обольщаемых подражать делам, которые изображаются идолами, он присутствует и сидит в них, приводит их в движение и обольщает. Далее, подвергая их осмеянию другого рода, пророк говорит: «Подобны им да будут делающие их». Представь, каковы эти боги, если сходство с ними подлежит проклятию. Не так у нас. Крайний предел добродетели и достижения самой вершины совершенства состоит в уподоблении Богу, сколько это возможно для нас. А у них, говорит, и богослужение, и боги таковы, что уподобление им подвергает крайнему проклятию. Таким образом, и то, что идолы бездушное вещество, и то, что они изображают бесстыдство, и то, что они стоят без всякого чувства, и то, что сходство с ними подвергает проклятию, все доказывает крайность этого заблуждения. Сказав об их бессилии, обольщении, лукавстве бесов, безумии тех, которые делают их, и скоро оставив их, пророк заключает речь словословием, не распространяясь более о делах Божиих, который уже ясно показал, но оставляя это, как признаваемое всеми, требует хвалы от тех, которые пользуются его благодеяниями, призывает всех к словословию и говорит: «Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя!» Почему он призывает не всех вместе, но разделяя по званиям?
дабы ты знал, что есть великое различие в благословениях. Иначе благословляет священник, иначе левит, иначе мирянин, иначе множество народа. Выражением «благословите» он указывает на блаженное и нетленное существо. «Благословите», говорит, «за то, что вы избавились от врагов, удостоились поклоняться такому Богу, познали истину. Он сам по себе благословен, имеет благословение в самом существе своем и не нуждается в похвале от других. Однако и вы благословите, не с тем, чтобы прибавить что-нибудь ему, но чтобы самим получить великие плоды. Хотя он благословен по существу, как и действительно он таков, но желает, чтобы и мы благословляли его». И опять пророк вспоминает о Сионе и Иерусалиме. Так как там сосредоточены были общественные дела иудеев, положено основание их богослужению, и там они получали наставление и распоряжение, то он хочет сделать эти места священными именем Божиим, чтобы, питая к ним благоволение, они были ревностными к ним, а будучи ревностными, чувствовали большего влечения к ним, а чувства влечения прилеплялись к богослужению, а прилепляясь к нему, восходили на высшую ступень добродетели, для которой совершалось все. Так, тогда был Иерусалим и Сион, а теперь небо и предметы небесные. К нему, увещеваю вас, будем прилепляться и мы, чтобы нам сподобиться будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.